Выступление. Я предлагаю слово ему не давать. Давайте похлопаем. Будем хлопать, когда он замолчит. Господин Евсеев, не мешайте нам работать. Дайте слово, депутат! Поэтому, значит, уважаемые коллеги, встреча Никиты Георгиевича. Значит, уважаемый закон, который находится слева, мы все знаем. Поэтому спасибо за то, что вы здесь не были, за то, что вы каждый выразили свое желание. Значит, почему? А это в районе. Это почему она? Это мы должны. Ну, а как это вы интересно отберете? Вот она напушил, надо задать вопрос ему не потому задать. Что не смогли. Пришли ради жилкомсервиса номер 3, значит, отчет. А эти все слова не общие. Все три, это как, эти все заявления к ним как, отдали, это вот так не тюбка. Тише. Зачем вы хулиганите? Вы же культурный человек. У нас в администрации такие работники теперь. Постыдитесь. Люди пришли решать свои вопросы. Ваш дом такой благополучный. Вы с ума сошли? У меня ребенку 4 года, она вообще не жила в нормальном доме. Давайте следующий. Почему следующий? Когда вы же со мной хотели поговорить. Я уже поговорил. В ноябре 2011 года господин Ананов организовал встречу с соседями при поддержке главы администрации Центрального района Щербаковой и жилкомсервиса номер 3, исполняющей обязанности генерального директора госпожи Коноваловой. При этой встрече также присутствовал директор ГУЖА Центрального района Квасницкая и некий такой персонал, который как бы являлся поддерживающей группой, значит, всего этого мероприятия. Зал был практически пустой. Люди пришли для того, чтобы послушать отчет. И господин Ананов попытался у людей, которые пришли на эту встречу, получить некие наказы, как депутат законодательного собрания и избирающийся на новый срок. Встреча превратилась просто в скандал, и госпожа Щербакова вынуждена была взять тайм-аут и произвести некий такой спонтанный отчет о проделанной работе за 2011 год, с марта месяца 2011 года. Отчета не получилось, люди выстроились в очередь, и практически никто не смог взять слово и высказаться все, что наболело на душе у человека. Проблем очень много, все они связаны с проблемами жилищно-коммунального хозяйства. В итоге просто я хочу показать, вот эти письма, которые господин Ананов раздает сегодня в каждую квартиру, мне непонятно, на этих конвертах нет типографии, которая бы печатала, что это деньги потрачены именно, которые выделены депутату на участие в предвыборной кампании. Получается, что господин Ананов, используя административный ресурс, печатает эти конверты непонятно где и кем.